стало уютнее и комфортнее. В городе продолжается благоустройство парковой зоны возле крытого рынка. Напомним, весной текущего года эту территорию освободили от незаконных торговых конструкций. Как изменился сквер сейчас, вместе с главой города посмотрела Екатерина Барковская. Еще в начале 2015 года жителям города было сложно представить, что на месте огромного уличного базара в самом центре Саратова появится зеленый сквер. Это только начало. До начала, я думаю, что никто, наверное, не верил в то, что у нас получится здесь создать красивую комфортную зону для отдыха. Тем более центр лакомый кусок. За него шла очень серьезная борьба торговых представителей. Но в этой борьбе победили. Те деньги, которые были из бюджета города Саратова выделены на начало благоустройства, они все сегодня здесь использованы. В Новой аллее вовсю идут преобразования. Здесь положили уже более 1000 квадратных метров асфальта, установили часть предусмотренных по плану лавочек и урн. Это согласно проекту, который утвержден? Согласно проекту, который утвержден, да. По сути дела, вы сделали одну треть, по сути дела. Ну, пока да. Обновили и зеленую зону. В новом сквере высадили 11 катальп, 100 кустовых роз и 27 голубых елей. Правда, по словам главы города, расположили ели слишком близко друг к другу. Сделали определенные корректировки, что нужно, конечно, рассадить. Надо все-таки думать на более глобальный, так сказать, временной промежуток. Они когда вырастут, они сомкнутся, и все, будет некрасиво. Надо всегда думать о будущем и все закладки делать сегодня, смотря в будущее. По словам городской власти, это лишь малая часть преобразования аллеи роз. За счет привлечения внебюджетных средств в ближайшее время у сквера появится живая изгородь из 500 кустов кизильника. Работа идет, она будет двигаться с учетом тех финансовых возможностей, которые у нас есть. Вот это нужно понимать. Потому что есть более приоритетные задачи у города, но по возможности деньги будем выделять и, соответственно, продолжать расширять зону отдыха. Еще не до конца благоустроенная эта зеленая зона уже пользуется большой популярностью у жителей не только Фрунзенского, но и других районов Саратова. Сейчас чистота, уютно, красиво, отдыхаем с удовольствием. Вот я иду с рынка, я решила отдохнуть. Я здесь недалеко живу, мы все время здесь бываем с детьми. Нравится, я давно хотела, чтобы так сделали. Красиво здесь вот посадили елочки. Работа по благоустройству аллеи роз будет продолжена и в следующем году. В планах у саратовских архитекторов сделать здесь декоративный пруд и фонтан. Екатерина Барковская, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.